Глава региона осмотрел экспозицию Краснодарского края и оценил инвестпотенциал муниципалитетов. На сочинский форум руководители районов привезли самые приоритетные проекты. В основном это развитие сельского хозяйства, туризма и строительство промышленных предприятий. Причем ставку в этом году делают на местных инвесторов. Мы привезли 5 инвестпроектов и 5 площадок. Один из них инвестпроект по строительству фермы КРС. Каждый житель района может быть потенциальным инвестором. Каждый, обычное физическое лицо, это тоже инвестор. Но к нему нужно тоже систему льгот применять. Это сложно, это большой процесс трудоемкий, но он будет давать свой эффект. Напомню, всего в инвестпортфеле края порядка 500 проектов.